Привет. Вот сейчас хочу показать, как термошов заполнять герметиком, силиконовым герметиком под цвет затирки. Значит, для этого надо предварительно очистить сам этот шов, пропылесосить хорошенечко и начинаем. Для этого я буду использовать, ну, вот этот, то есть пистолет для силикона, вот такой вот шпателек резиновый и моющее средство, моющее средство с водой, разведенное с водой. Сейчас начинаю заполнять на сухую. Сейчас вот этот шов весь заполняю на сухую. Стараться так, чтобы герметик заполнял полностью. Так, заполнили. Теперь берем воду с обычным моющим средством и распыляем. Поверхность у нас здесь плитка, здесь плитка. То есть здесь теплый пол, здесь теплый пол. Сейчас у нас рекламная пауза там была, потому что мы не могли найти шпателечек. В общем, нашли шпателечек, и который имеет ровную плоскость. И убираем лишнее. Лишнее убираем на бумагу. Опять смачиваем в мыльном растворе. Здесь можно уже так, ну вот все, такой вот получился термошов.